Ого, видео номер не знаю какое. Сегодня я сидел весь день дома и занимался только тем, что монтировал предыдущее видео. Выложил я его только 10 или какого-то там числа, потому что на ютубе меня забанили за мое старое видео. Типа детей убивают, но неважно. Сегодня что, три вопира, энергетик и липтон. Все, это все, монтаж, это все, что мне нужно было. Я кайфую жестко сегодня. Резкий приступ чисто плотности. Иду выкидывать мусор, накопившийся за месяц. Шок. Я еще сегодня в магаз пошел. Короче. Бля, как же сейчас на машине охота бы, блядь, куда угодно, реально. Блядь, погода еще хорошая такая. Пошел нахуй. Пошел нахуй. А это кринжует. Забейте просто на это. Я пытаюсь сам забывать просто, что снимаешь. Я русский. Сигма. Почему низкий флекс? Весело же, нахуя. Флекс не низко. 63. Так себе религийный лист сюда проебался. Еще два. Мы теперь сильные? Ну, бля, наверное, пацаны, здорово. Ну что, в три? Что за жишка? 52. О, бля, круто. На выпиль. Никаких вопросов. Блять, амнаста за что? Бать ты даун! Я твою семью зарежу. Хеликоптер! Шутается? Брагут, пизданутый спор. Опа, спасибо. Ой, ой! Камера светится. Привет! Привет! Знакомый или ты рандом? Ты знакомый или рандом? С Федей я встречалась. Концерт кишлака тут! А где выйти? А как нам? Может, как зашли? Когда мы пошли? Минуточку. Бегом! Пойдем на лестницу. Реально, выруби камеру. Четыре человека и Матис. Комплекция жесткая. Просто вот выходишь и там просто... Привет, кидай. Бля. Че разбито-то? Тише, вот. Опа, у тебя получится. Ох, нихуя себе тут! Опасные диджеи представляют! Один что-то можно кидаться просто. Поехали в саун. Какого разъема? Аврора тоже нормальная. У нас невероятное просто изменение планов. Мы решили очень резко пойти в сауну. Вот он с нами, кстати. Повезет, наверное, на этом видео закончится. Бам.